Всем привет! Давайте сегодня приготовим салат из корейской морковки. Для этого отварим яйца, грибы мелко нарежем, обжарим на сковороде в течение 15-20 минут, лук нарежем полукольцами, обжарим в течение пары минут. Готовые вареные яйца мелко нарежем. В чашу выложим яйца, добавим грибы, добавим лук, добавим корейскую морковку, возьмем болгарский перец, очистим, нарежем на полоски. Перец добавим в чашу, чеснок раздавим, мелко нарежем. Добавим в чашу, добавим майонез, все перемешаем. Салат готов. Салат необычайно вкусный. Прекрасное сочетание морковки, яиц и грибов. Салат съедается моментально. Кому понравился рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал «Рецепты на выбор». Делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!